сегодня завершилась основная волна ЕГЭ-2016. Выпускники школ сдавали экзамены по физике и химии. Оценки объявят через 9 дней. Результаты же обязательных предметов русского языка и математики уже известны. В республике в этом году экзамен по русскому языку сдавали более 6 тысяч выпускников. Минимальный балл для получения аттестата – 24, и набрали около 40 человек. Стобальников в этом году 41. Средний балл по базовой математике вырос, он составляет 4,3 балла. Результаты профильной объявят через несколько дней. В резервные дни пересдать обязательные предметы смогут лишь те, кто пропустил экзамены по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку по одному предмету. В Министерстве образования и молодежной политики Чувашии оценивают результаты ЕГЭ как положительные и отмечают, пункты проведения работали в штатном режиме, все нарушения вовремя устранялись.